Просто их было чуть ли не больше, чем за болельщиков Бордо в том матче. Это была знаменитая история франкфуртского выезда. Харри Кейн, комбинация, выходит по воротам, бьет и 2-0. Ну что ж, Харри Кейн отличается своим забитием исключительно аккуратно, технично, элегантно. В этой молодой сборной Роя Ходжсона собраны футболисты, способные так сыграть. И вот эта парочка организует забитый мяч. Тоже молодые и перспективные. Харри Кейн с двух ног он бьет здорово. Вот левый пробил. Знаем, что, в общем, у него рабочая нога правая, но...